Всем привет! Хочу показать подставочку под елочку, которую сделал в прошлом году. Это только забрал. Вот так она сложена в компактном виде. Она сделана из полочки, которую где-то нашли. Сейчас покажу, как она выглядела. Угу. Вот, елочка была сделана из такой вот полочки. Примерно вот так вот нарезана. Ничего сложного, кусочек отрезан и сделана подставочка. Как она монтируется? Она монтируется следующим образом. Так, так, так. И вот у нас готовенькая подставка. Берем шуруповерт, саморезы. И начинаем монтировать. Все, подставка готова. Сюда вставляется елка. Будет стоять. Пакетик можно надеть, чтобы дырка есть. Отверстие, чтобы оно не стояло на полу. Либо что-то подставить. И подножки устойчиво. Никуда не падает. Очень компактно. Всех поздравляю с Новым годом, с наступающим или где-то вот уже прошедшим. Всем пока!